Перед началом отопительного сезона вовсю кипит работа на основных городских котельных. В этом году было закуплено новое насосное оборудование, заменены фильтры, установлены новые котлы и отремонтированы старые. Так, например, в районной котельной номер 1 уже произведена замена газовых труб и фильтров. Остались только последние штрихи. На 2014 год у нас было запланировано ремонт котла, замена конвективной части. Работы, в принципе, выполнены. Занимаемся обмуровкой котла. А в котельной 3-й городской больницы установлен новый котел с более совершенными возможностями бесперебойной подачи горячей воды на протяжении всего отопительного сезона. Именно к этой котельной предъявляются повышенные требования, и остановка на профилактику здесь практически отсутствует. Котел отечественный, с итальянской автоматикой, с итальянской горелкой. С его помощью мы надеемся, что горячее водоснабжение данного микрорайона и комплекса больничного будет более устойчиво, с более высокими качественными параметрами. А также это позволит нам подавать горячую воду бесперебойно в течение всего отопительного сезона. По словам директора тепловых сетей Алексея Загладина, готовность городских котельных на сегодняшний день уже составляет 100%. По плану произведена замена и изношенных участков теплотрасс. На сегодняшний день мы заменили уже 7 километров теплотрасс из планируемых. В принципе, объемы тоже выполнены на 100%. Но я думаю, еще будут проводиться работы сверхплановых. Планируем менять часть трасс в сентябре, в октябре. Но это будет уже произведено на основании опрессовки систем. Уже ко 2 сентября будут официально завершены все подготовительные работы к осенне-зимнему сезону. На этот день намечено заполнение городской системы отопления. Екатерина Задовская, Николай Молодёнов, Новости 24, Муром.